Привет, вы на канале «Наша жизнь в Америке». Your life, it's my life. И судя по тому, что сзади у нас написано «Marshalls», мы идем в «Marshalls». И, наверное, еще в какой-то, может быть, вон в тот роз он попадает, попадает. Да, мы идем в «Marshalls» за всякими Marshalls. Средствами по уходу за кожей. А в роз мы хотим сходить, потому что... Как мы уже несколько, мы говорили несколько раз уже, или это я уже сама себе придумала? У Катаринки день рождения, и мы хотим ей купить альбом красиво. Она у нас хорошо рисует, и мы идем туда посмотреть альбом. Мы покажем, какие они бывают. Да? Ну это вообще не альбом для рисования, я думаю, это и для заметок как бы подходит. Нет, это именно для рисования, там, по-моему, так и написано. Ну они красивые, они в таком плотном переплете, как книга. Их удобно хранить, а я же все хранила. И в них специальная бумага такая плотная. Это не для заметок, это именно для эскизов, нет, набросок, рисования. Нет, ну если ты рисования. Захочешь писать книгу и, допустим, в ней начнешь писать. Не, ну конечно можешь. Ну все, идем. Вот, Marshalls нас зайчиком. Встречает пасхальными зайцами, кроликами маленький. И всякими, блин, как они обнимаются. Это так мило. Красивая корзинка с яичками. Так, ну а свинка Пеппа здесь к чему объясняем? Ну, вот не в курсе, я подожди, понимаю. Это заяц. Это свинка. С розовым пятачком это свинка, Сережка. А уши как у зайца? Это такая... Свинящий заяц. Новая модель. Новая модель зайца. А сколько это? Вот этот заяц, смотри, какой интересный, худой. Он похож на этого, на кролика из этого мультика, из Винни-Пуха. 9,99. Зайка, слышишь? Сережа, Маришка открыла цену милые. 9,99. Да, это мило. Два зайца за 9, это считай по 4,5 доллара за зайца. Смотри, этот похож на кролика из Винни-Пуха, помнишь, который в очках? Был? Из советского. Да. А мне больше нравится диснеевский банк. А здесь вот такие вот зайчики с яичками. Смотрите, под это самое сделано. Как это правильно называется, вот эти краски? Ну, ты понял, для художников, для короче. Художников, это какие-то красивые. Блин. Это они тарелка по тарелке или это набор? Я думаю, одна тарелочка стоит. Они похожи, как набор стоит. 3,99. А вот наборчик, посмотри. Посмотри, сколько этот наборчик. $9.99. Ну это так красиво. Ну, в общем, видите. А вот семья зайцев. Ну эти не такие. Ну, нет, смотри, они тоже милые. А подставочки для яиц, смотри. Будь здорова. Ну, эти зеленые мне очень нравятся. Особенно этот очень собак похож. Зеленый он похож на того, которого выстригают из кустов на газоне. А это что, маринованные яйца? Нет, постоянно. Почему-то попали маринованные оливки такие. Посмотри, они чем-то начинены, как чесночком. Сколько? 4,99. Баночка. Мне вот эти нравятся, они с салоном. И что, куда идем дальше? Ну, я хочу посмотреть крем. Идем немножко в косметику. Там, наверное, будет видео без слов, я буду просто показывать. Смотри, какие классные, угу. Прозрачные. $15. Ну это что, типа... Сланцы, вьетнамки. А вот смотри, для капитана корабля. Для... Мы знаем, для кого это. А вот московский комсомолец. Блин, и кальян. Нормально мы зашли, да? Угу. Такой вот кальян за 20 баксов. Московский комсомолец. Более золотые, более серебряные. Блин, вообще дорогие. Почему здесь... А, 30, все правильно, 29,99. Ну вот как-то так. А вот еще кальян. Смотри. А вот уди. Зайка, смотри. Прикольно. Уди сланцы? Такого я не знал, сколько они стоят. $25. Блин, ну как-то... Это серьезно. Как ты чего женской обувь выбираешь? Ты мне подарок хочешь сделать? Я хочу просто показать. А тебе надо что-то? Вот божью коровку могу тебе подарить. Нет. Смотри, московский комсомолец.
достойно. Да, я, может быть, туда кремов смотрю. Блин, ну босоножки очень интересные. Шлюпки дорогие, по 30 долларов, мне кажется, да? Ладно, идем. Еще вот такая милота стоит, смотри. Прямо они так отдельно на постаменте, на таком дрище. 13 долларов размер. Шестерочка. Такие мульпасики. Двигаемся дальше. Парусиновые. Эти кожаные бирюзовые интересные. Такой интересный. У меня баланс абсолютно легенький.
практически никогда не снимаю мужскую обувь, типа, скажем так, цивильную, гражданскую, костюмную. Обычно снимаю спортивную, потому что не ношу туфли. Мокасины мне, в принципе, нравятся, но, опять же, я их ни под что не ношу. Вот такие вот ботинки, полуботинки, ну, $20, можно не поворачиваться, так видно. Размер 13. Ну, вот какой-то такой бренд. Не знаю, я в них не очень разбираюсь, потому что, как я вам сказал, не ношу. Так, там есть еще одни, такие же, что ли? Да, такие же. Есть вот такие вот с ценником. Такие вот ботиночки. Полностью кожаные. $16. Вот что у них там внутри. Вот интересные тоже ботинки. Может быть, вот это кому-то о чем-то говорит. Так, что тут еще есть? Имя говорит само за себя.
футболу. Плотненькая кожа такая хорошая. Макосинчики. Макосинчики в магазинчике. $40. Но, видимо, это какой-то хороший бренд. Они тоже полностью кожаные. Замшевая. Колян. Очень тяжелая. Очень тяжелая. Не знаю, блин, мне кажется, такие носить многие устанут. 32. Было 54, потом 39. Сейчас уже последняя цена $32. Кроссовки великаны, просто очень огромных размеров. $49 размер 17. $59 это Nike, по-моему, да, Nike. Размер 11.5. Прикольные кроссовки, носки. Цена 59. Такие же за 59, в смысле по такой же цене. Прорезиненные. Я думаю, это на какой-нибудь. А нет, 49. На какую-нибудь мокрую погоду хорошо пойдут. $30 все. Очень легкая и очень парусиновая. Да. New Balance, давайте посмотрим. Написано 39. Вот такой замш с текстилем. Да, 39.99. Шлепки 8, фигер 17, даже 16, 13. Это для маленьких красавиц. 19.
Все, что здесь стоит, от 4 долларов и выше. Но вот как я вижу по ценникам, 4,50, даже вот 3,50, 3,20, 8. Я не буду озвучивать, что это, вы лучше сами читайте, чтобы не вводить в заблуждение неправильной информации.
Да. Пойдем вместе. Да. Пойдем, покажи, какие колготки. Ну, я просто хочу, как джинсики такие, только черненькие, вот те, которые у меня уже немножко подвытерлись, такие у меня есть любимые. Пойдем, Марушка хочет продемонстрировать. Это интересно, показывай. Ну, покажи, пожалуйста. Вот такая интересная курточка. Сколько она стоит? Вот внизу висит, внизу за это. Вот, у рукава, да. 29. Да, пожалуйста, тебя не слышно. Что мне не слышно, потому что я говорю про...